К началу учебного года традиционно готовятся все школы района. И во многих идет не только косметический ремонт. Кроме школы поселка Майский, построенной в 70-е годы, капитального ремонта в течение полувека не видела. И со временем стала испытанием на водоустойчивость. Этим летом проблема будет решена. Благодаря обществу с ограниченной ответственностью «Южгаз Энерджи» здесь осуществляется полная замена кровли. Приступили к работам с понедельника. И, по словам директора школы, до 1 сентября эти работы будут завершены. Мы уже показывали в своих сюжетах косметический ремонт этой школы. В настоящий момент здесь производится замена раковин, установка водонагревателей в кабинетах. Да, к замене кровли и к проведению холодного и горячего водоснабжения приступили с понедельника. Горячее и холодное водоснабжение в кабинетах химии, физики, биологии, кабинете технологий для девочек, кабинете технологий для мальчиков и в кабинете логопеда и в одном кабинете начальных классов. В кабинете начальных классов только холодное. Финансирует проведение горячего холодного водоснабжения администрация муниципального образования Кашихабльский район. Кровля тоже приступили с понедельника, будет перекрыта вся крыша. Ну, к 1 сентября обещают нам закончить замену кровли. Наша школа построена в 1972 году, она открыта, а построена она на порядок раньше, потому что еще шли отделочные работы, и это где-то в 70-м. И вот с 70-го года кровля еще ее родная. Конечно, она уже пришла в негодность, большую дает течь после дождей, и поэтому мы очень благодарны, что наша школа будет перекрыта, у нас будет новая кровля. Общий анализ готовности школ будет проводиться с 22 по 24 августа. Все школы района к этому времени будут готовы к новому учебному году.